Также Дархан Сатыбалда в ходе рабочей поездки в Сауранский район посетил сельскохозяйственный производственный кооператив и встретился с крестьянами. СПК Альбереке в Арангайском сельском округе запустил откормочную площадку на 5000 голов скота. Здесь планируют готовить 4000 тонн мяса в год. Откормочная площадка занимает 2,5 гектаров. Здесь занято около 20 местных жителей. Стоимость проекта 1,5 миллиарда тенге. Кооператив работает с целью увеличения поголовья племенных животных и улучшения их продуктивности. Предприниматель отметил, что намерен производить мясную продукцию, обеспечивать внутренний рынок. Глава области сообщил о возможности предоставления государственной поддержки для развития животноводства и пожелал успеха в работе кооператива. Затем Дархан Сатыбалда посетил крестьянское хозяйство Яссы-Хос с птицефермой на 2 гектарах. С помощью итальянского оборудования здесь разводят кур немецкой породы Ламан ЛСЛ и производят 80 тысяч яиц в сутки. Комбикорма изготавливают сами. Аким области отметил, что сельское хозяйство – один из ключевых драйверов, и поручил ответственным лицам развивать эту отрасль и оказывать поддержку предпринимательству.